Ну, Катя, я помню, а мадам, это уже мне сложнее. Коломбе? Коломбе. Одна и та же фамилия. Ага. В общем, Мишель Коломбе живет... Катя, можешь переводить, да? Мы, пожалуйста, вот выступаем так, чтобы меня сильно не загораживаем по обе стороны вот этого. А Мишель Коломбе, замечательный французский поэт и художник, очень интересные картины, которые выставляются в галереях, насколько я знаю, в Южной Корее, да, еще где-то. Вот. Швейцарии, Франции и так далее, это целая тема отдельно. Он еще и поэт. Мишель же там при Ранверс Палю, там я оттолкнул. Катя, смотри. У каждого выступающего 5-6 минут. То есть два стихотворения, может быть, с переводом. Мишель прочитает два стихотворения на французском языке, он прочитает одно, Катя переведет на русский, прочитает перевод. То есть попробуем встать на место вот иностранцев, которые любят слушать иностранную речь. Будем учиться вот мелодикой этой наслаждаться. Же там приезжает. А, микрофон берите у меня, потом меня выращивает. Alors, titre du poème, Baïkal. Les doigts noués, nous marchions plein de vie. Dans des prolongements de paroles infinies. La lune se leva, l'air s'attiédit. La forteresse des feuillages nous refroidit. Dans un pur silence, nos regards exaucèrent notre patience. Là, devant nous, lac gravé dans la terre d'Orient, tu bois tes rivières vigoureusement, Baïkal, aux profondeurs abyssales. La pureté de ton eau horizontale alimente hommes et troupeaux depuis des temps immémoriaux.